Друзья, всем привет! Мы находимся с вами на пруду в Гагаринском парке Симферополя. И посмотрите, это баклан, но не яшка, а скорее всего самочка. Более такая полненькая и белая шейка у нее. Белые перышки присутствуют, в то время как баклан яшка, вы помните, он более такой длинный, похудее и черный, как смоль. Так что баклану яшки теперь не так скучно и одиноко. Хотя, друзья, наверное, это не подходит слова «скучно и одиноко» для баклана яшки, потому что он компанейский парень и всегда рядом. То с лебедями, то с уточками. Компания у него очень даже хорошая. Но все-таки со своим видом гораздо приятнее и интереснее. И вот такая вот прекрасная дама теперь тоже поселилась на пруду в Гагаринском парке. Дело в том, что бакланы, они прекрасные рыболовы, а вот две камышницы, красоточки. И бакланы ловят рыбу просто-напросто, практически, знаете, как приемами карате, которые владеют в совершенстве, так вот приемами рыбалки владеют не некоторые, а все бакланы. А вот, друзья, смотрите, две уточки-лысухи. Кого только не увидишь на пруду в Гагаринском парке. Так вот, Виктор Жиленко выпустил очень много мальков прошлым летом сюда. И теперь баклан с удовольствием вылавливает рыбку. Что ж, друзья, какая красота, когда вот есть место, где к животному миру относятся хорошо, по-доброму, и сразу смотрите, какое здесь становится разнообразие. Как взять тот же парк Львов-Тайган, взять тот же зоопарк в Бахчисарайском парке миниатюр, и вот Гагаринский пруд Симферополя. Здесь просто с каждым днем все больше и больше интересных жителей. Ну что ж, друзья, всем мира и добра. Пока-пока.